В отделении пенсионного фонда по Ненецкому округу новые назначения. С 1 декабря к своим обязанностям в должности управляющего региональным отделением приступает Мария Носова. Ее представление прошло в торжественной обстановке в администрации округа. Свою трудовую деятельность в региональном отделении Пенсфонда Мария Носова начала в 2004 году. Сначала она работала в должности ведущего специалиста, затем была назначена на должность начальника отдела назначения выплат пенсий, позже заместителем руководителя социальных выплат. Когда Владимир Иванович Афонин уходил в отставку, он рекомендовал Марину Владимировну на свою должность. Она у нас исполняла в течение этого года 15-16, она у нас исполняла обязанности. В октябре она у нас прошла собеседование в пенсионном фонде в Москве и была назначена управляющей. Вступая на должность управляющего, Мария Владимировна планирует сохранить традиции, которые сложились в отделении Пенсфонда, ну и, конечно, намерена внести свои наработки. Сегодня пенсионный фонд ставит много новых задач, и одной из главных Мария Носова видит в повышении качества предоставления госуслуг, в том числе в электронном виде. В силу специфики нашего региона, все-таки у нас большая часть населения находится в поселке, села, да, которые очень удалены от центра. Это качество интернета не всегда хорошее, это низкая компьютерная грамотность. И все это идет к тому, что количество обращений за госуслугами в электронном виде, оно невелико. Но я думаю, что совместно с властью округа, города, Заполярного района мы все-таки решим эту проблему. Представители администрации округа города Заполярного района и окружного собрания депутатов, в свою очередь, поздравили Марию Носову со вступлением в новую должность и пожелали ей успехов в реализации намеченных планов. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».